Еще до начала военных действий на востоке Украины француз Бенуа Арди часто бывал в Донецке и Луганске. У его жены там были бизнес-интересы, поэтому появление на Донбассе сепаратистов и российских наемников воспринял близко к сердцу и решил поддержать украинцев. Потому что я из Европы. Для меня Украина – часть Европы. И я считаю своим долгом помочь солдатам. Бенуа и его французские друзья уже неоднократно приезжали в Украину. Например, зимой они самостоятельно проехали на микроавтобусе тысячи километров, чтобы привезти в детский дом в зоне проведения АТО игрушки и одежду. В этот раз собрали деньги на оптику для бойцов 92-й бригады. Бенуа говорит, несмотря на экономический кризис, французы стараются помочь украинцам, потому что симпатии большинства его соотечественников, несмотря на агрессивную пропаганду России, именно на стороне Киева. И считают, что сейчас у Франции и Украины общая проблема – терроризм. Поскольку это наша общая судьба, мы проходим через одно и то же. Мы должны разделять и помогать друг другу. Если это ваши проблемы, то это и наши проблемы. Поэтому, говорит Бенуа, они намерены дальше помогать харьковским волонтерам и украинским бойцам, в отличие от некоторых украинцев, которые уже опустили руки. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».